Ребят, ну что же, всем как бы здорово. Тут-то есть два дракона. Да, это один дракон, только двухглавый. И одна сторона, которая с желтыми глазами, он синий, а та, которая с красными, зеленый. Вот такой вот у нас дракончик. Двухглавый. Также у них есть свои эмоции. Улыбка. Не похож. Грусть. Не. Удивление. Страх. Немного. И злость. Ну да, ну да. Happy New Year. Нет, нет, не так. Не так. Это не так. Это же Новый год. У нас день рождения. Happy Birthday. День рождения. Вот. У нас даже специальный тортик, который умеет говорить. Да. Эй-эй-эй. По секрету. По секрету. Здесь будет Бэтмен. Найдите его. Здесь будет Бэтмен. Найдите его. Если вы найдете Бэтмена, то вы крутые. Да, если вы сможете найти в этом выпуске Бэтмена, то... зрение вам. Вы самые внимательные люди. То, что нашли Бэтмена. Что же у нас там дальше? А у нас тут такой вот плюшевый медвежонечек. Давайте посмотрим на его эмоцию. Нет, не похож. Нет, злость. Ну, есть вот такой вот. Ну ладно, ладно, погнали дальше. Это у нас змея. Ща-ща-ща-ща. Чуток. Страх. И злость. Вот это, скорее всего, злость. Это такой вот, как бы, ну, не знаю, серьезно. Ладно, дальше. Я акула. Ням-ням-ням. Похож. Ну, наверное, да. Да, я вот так вот это все переключаю. Какой-то у нас тут
Монстр волосатый и глазастый. Они, кстати, действуют. Да немного. На вообще не похож и злость. Ладно, следующий. Хо. Он меня обдурил, поэтому, ну, как бы, я думал, что, короче, он обманул меня как-то, поэтому я не буду смотреть на его эмоции, просто поприколимся с ним так. Ладно, дальше. О, вот это я люблю. Мороженое вкусное. Я его люблю. Я сам ел. Не. Немного. Немного. И злость. Bite me. Ладно. Опа. Не мусорите на землю. Не надо на меня мусорить. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Нет. А, ты подбираешь, молодец. Нет. Зачем вы мусорите? А? Нет, земля, на земле можно... Как это? Как это? Кто-то улетает на другую планету жить. Меня обсирают. Такая вот земля наша. Спокойной ночи. Ладно. О. Я киборг. Привет. Ха. И злость. Ну ладно, это у нас там. О! А чё, типа, так не может, да? Чё, так, а так, да? Хе. У него даже смайликов нет. Ну чё, ладно. О, воробушек. Здравствуйте. Можно семечку? Вот чё он залыбится так? Батни. А
Ну, один зрачок больше, чем другой. Нормально. Здравствуйте, дети. Сегодня мы будем учиться математике. Ладно, у нас такой вот. Здорово! Здорово! Кто это? Ребят, вы знаете, кто я? Ну, вот этот вот, который с бородой. Чего? Невесточка? Нашлась мне невесточка. Ну нафиг. Два умножить на 5 — 10. 4 на сколько там? 4. Дайте посмотрю. Я понимаю, что на 2, но... Я понимаю, что на 2 по 8. Если там 8, и если там умножение, то да, на 2. Ну ладно, 4 на 2 будет 8, да. Какой череп-то? Пираты Карибского моря, здравствуй. Я козлик. Я козлик. Мя. Американе, вы кто такие? Какой-то он странный фиолетовый человек. Линкольн. Здорово, Линкольн. А, Б, В, а нет. B, C, D, E, F, G, что-то там. Хотя это же американский. Да пофиг. Это что за Лейла у нас? Иди-ка ты нафиг, а! Здравствуй, мир. Да, клёвая инопланетяшка. Это... Кстати, не забывайте-то, кто найдет Бэтмена, тот самый крутой-то. Самый крутой и внимательный. Найдите Бэтмена, найдите Бэтмена, он может быть где угодно. Я чую, он может быть даже такой скрытный, что он не один. Вы просто смотрите. Веселые они. Да. Да, кто-то может спросить, а где это ты надыбал-то? Нажимаем на эту стрелочку, вниз которая. И вот, тут есть много разных всяких таких вот чубриков. Вы выбираете одного из чубриков, да? Давайте я сейчас выберу какого-нибудь. Ну, вот эту вот хаску. Нажимаете на Dial and It. Все, затем нажимаете на стрелочку назад, на стрелочку вверх. И все, поздравляю, у вас есть вот такой вот. Ну что же, до новых встреч, сегодня не будет песенки, поэтому пока, пока. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока! Та-ра-та-та!